Селфи-палкой нет, не пользуюсь. Но это будет выглядеть как, ну, бред какой-то. Еще у меня есть минута, за которую я должен сформировать вопрос. Это тяжело, но это возможно. Я приезжаю на место, я уже ищу какой-то забор дерева, куда можно воткнуть телефон. Меня встречают со словами: Сокалов, привет, а что случилось, что мы натворили? Мне просто сложнее это делать, но выехать один я могу. Пока я еду на съемки, я в телефоне быстро гуглю. Проблема все это ответственно задать нужный вопрос и не выглядеть при этом идиотом. Если ты хочешь профессиональное интервью, ты приезжаешь на место, ищешь респондента, в течение там минуты ты уже должен прикинуть, где это все поставить. Допустим, у меня есть телефон и у меня есть фотоаппарат. То есть уже у меня есть два носителя, на которые я могу снимать. Я куда-то воткну телефон, поставлю. Допустим, я уже соображаю как монтажер, потому что мне нужно будет это монтировать. Одну камеру я выставляю на респондент. Еще у меня есть минута, за которую я должен сформировать вопрос. Это тяжело, но это возможно. Селфи-палкой нет, не пользуюсь. Но как-то я сразу от нее отказался, когда лишний вот в кадре вот эта вот вещь торчащая не очень эстетично выглядит. У меня, кстати, есть селфи-палка, я ее использую иногда просто как штатив. Также установил телефон, воткнул в сугроб. Но ни в коем случае не вот так. Прям стараюсь много делать. Это не для того, что я там супер-пупер красивый и так далее. Мне важно, чтобы мое лицо запомнили все. Вот я приехал на место, все, мне не нужно показывать, с какой я техники приехал. Мне важно, чтобы меня лично узнавали. Так и происходит. Приезжаю на место, меня встречают со словами: Сокалов, а что случилось, что мы натворили? То есть это не должно выглядеть вот так, потому что, ну, это не очень красиво. Почему? Ну, рука вытянутая и так далее. То есть я приезжаю на место, я уже ищу какой-то забор дерева, куда нужно воткнуть телефон. Есть ли у оператора глаза на месте и руки внизу? Это iPhone. 7-й брал не для понта. Камера, ножницы, бумага. Раз, два, три.